За деревней, кстати, ко мне сейчас кое-что приедет. Кое-что приедет? Ну-ка давай рассказывай, что тебе приедет. Ко мне сейчас приедет машина, которую я очень давно ждал, я ее заказал еще месяц назад. О, прикольно, у тебя теперь в деревне будет машина, поздравляю. Да, Капот, еще обращайся, довезу куда надо. О, спасибо тебе большое, обязательно куда-нибудь вместе съездим. Ладно, я пойду отдыхать, а то сегодня целый день на жаре эти ромашки сажаю. Все, давай, Капот, удачи, а я пойду встречать машину. Все, давай, житель, пока. Блин, везет некоторым. Житель купил себе машину. Ну, на самом деле, с другой стороны, машина в деревне не нужна. Ну, где тут ездить, я не понимаю. Вот велосипед, в принципе, было бы неплохо здесь. А машина, не понимаю, зачем. Так, заходим домой и складываем все в сундук. И, наконец-то, я могу просто прыгнуть на кроватку. О, кровать никогда не казалась мне такой мягкой. Это реально просто супер. Чё за... Ой, ё-моё!